Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Матч сегодня будет что надо. Верен ли мой прогноз? Сегодня убедимся в ближайшее время. Вместе с вами сегодня Черданцев Георгий и Генич Константин. Сегодня футбольный клуб Уфа встречается с Уралом. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы. В общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Смотрим состав Уфы. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Посмотрим на состав Урала. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Тут может что-то получиться. Атака прервана, мяч улетел. Удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Роман Емельян. Александр Данцев. Это может быть опасно. Атака остановлена, но кто получит мяч? С углового мяч будет введен в игру. И прямо в центр. И пробил. Как же так, он не попал? А такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Это может быть опасно. Дмитрий Стоцкий. Эдгар Манучурян. Денис Кулаков. Отлично сыграно, надо решать. Александр Данцев. Игорь Портнягин. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Роман Емельян.
Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нужно забивать. Отскок в поле от перекладины. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Такими действиями игру не обострить. Роман Емельянов. Артем Фидлер. Игорь Портнягин. Может получиться интересная атака. Здесь защита справляется, мяч отобран. Вячеслав Кротов. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Он бьет. С такими защитниками забить будет нелегко. Артем Фидлер. Александр Данцев. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Посмотрим за этой атакой. Александр Данцев. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Азамат Засей. Пока неплохо. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Тут защита справляется, потеря мяча. Эдгар Манучерян. Это может быть опасная атака. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Вячеслав Кротов. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хорошо увидел партнера впереди. Прошел пас. Можно обострять. Подавай. Оставляет мяч для навеса. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Аут. Роман Емельянов. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Александр Данцев. Ушел мяч. Удар от ворот. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Это может быть опасно. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Дмитрий Стоцкий. И разрезающий пас на ход. Тут может что-то получиться. Вячеслав Кротов. Азамат Засеев. Какой момент! Нужно бить! Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. И вот так все меняется перед перерывом. Сейчас тренерам предстоит сложная задача что-то поменять в тактике. Знаешь, а может быть и ничего не будут менять, ведь впереди еще целый тайм. Один ноль в нашей игре.
Артем Фидлер. Отобрали мяч у соперника. Заканчивается первый тайм 1-0. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? В общем-то, именно его гол, вот этот гол, в концовке первого тайма все и изменил. И соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Азамат Засей. Может получиться интересная атака. Нарез в штрафную. Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Не прошла эта передача мяч у соперника. Роман Емельян. Александр Данцев. Не закончился еще момент. Опасно может быть. Азамат Засей. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Вячеслав Кротов. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Артем Фидлер. Игорь Портнягин. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Денис Кулаков. Роман Емельянов. Александр Данцев. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч остается у них. Судья все видел. Ну-ка, доведите эпизод до ума. Хорошая игра защитника. Чисто сыгран. Через фланг атака пошла. И тут есть свободное пространство. Игорь Портнягин. Пока неплохо. И как опасно пробил. Хороший удар. Чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил. Бил с лету и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Снимает его с игры тренер, но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Азамат Засей. Отлично сыграно, надо решать. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Игорь Портнягин. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Штрафную подачу, и есть там кому сыграть.
Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Один гол нужно отыгрывать команде, и они постараются создать момент для взятия ворот, разыграв этот угловой. И в центр штраф. Это вратарю подарок. Мяч без проблем он забирает. Атака продолжается. Судья дает играть. Это может быть опасно. Удар! Опасно! Игра остановлена. Будет угловой. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Самое скопление игроков, угловой пон. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Замена. Поле покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно, есть за что, ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. Роман Емельянов. Артем Фидлер. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Азамат Засей. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Какой момент! Нужно бить! И на месте голкипер. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды, но рано обрадовались. Пол стадиона на ноги вскочило. Даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. Отличный удар. Удар нужен. В перекладину мяч попадает. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точно удар. До конца игры 7 минут. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Отличный Дмитрий Сысуев. Команда уже ведет в один мяч, и с этого углового может забить второй. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Момент для удара. Отличный сейв. Концовку матча команда проводит в атаке. Они получили право на угловой и, если забьют, будут выигрывать уже два мяча. Дмитрий Стоцкий. Вратарь. Вот это сейв. Угловой. Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Основное время истекает через одну минуту. Отлично сыграно, надо решать. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебя. И матч завершен. Думаю, что тренер проигравшей команды обязательно произнесет на пресс-конференции слово «реванш» и начнет готовиться к нему прямо сегодня. А вот когда реванш, кстати? Георгий, ну вот смотри, есть такая штука – планшет, а в нем интернет. Я тебя научу им пользоваться. Заглянешь в календарь и сам все узнаешь.